воспитывай дух и все такое прочее. Где? Что мы делали? Ах, да, проверка. Так, очень хорошо. Сотри эту глупую ухмылку, солдат, ты в армии. Прямо смотреть. Неуставная прическа, лейтенант. Слишком пышно, не так ли? Лучше, гораздо лучше. А что до тебя? О, вот ты где. Ну-ка, сдвинь пятки, сынок. Ладно, пап. Сэр. Да, так-то лучше. Ты новобранец, да? А что случилось с твоим хоботом? Эй, перестань! О, человеческий детеныш? О, это измена! Я не потерплю человека у себя в джунглях! Это не твои джунгли! Постой, постой! Я могу объяснить Хатхи. Полковник Хатхи, будь любезен. О, да, да, полковник Хатхи. Человеческий детеныш со мной. Я отведу его в деревню к людям. Навсегда? Даю вам, полковник, слово Багиры. Хорошо. И запомни, слон ничего не забывает. Чему катится армия? Что эти юнцы о себе возомнили? Ладно, продолжим. Направо! Агам! Арш! Дорогой, извини, но ты ничего не забыл? Чепуха, дорогая Виннифред. Слон ничего не забывает. Конечно. Только ты забыл нашего сына. Наш сын? Сын? О, сын, ну да, я. Верно. Кругом марш! Когда я вырасту, буду полковником, как мой папа. Сколько можно говорить? Я уже тысячу раз тебе... Пап, берегись!